Привет всем, вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по Шарараму, стране смешариков. Какие-то там злобные, холодные снеговики. А, агент, на Шарарам напали снеговики-пираты. Ага, это не просто снеговики, а это еще и пираты. Так, ну, костер распалить и все, они растают. Они хотят выгнать смешариков и править нашей страной. Ну, дольше, чем зима, они и не поправят, да? А найди снеговиков в Шарараме и останови их. А в награду получишь фон или костюм. Хм. А спичек дайте. Ого, ничего себе, там какой-то айсберг какой-то, да? А вход завален, и к нему такая тропинка из этих вот небольших льдинок такая. Короче, все интересно. Ну что ж, ладно, посмотрим. А всего снеговиков, ну как бы... А, типа 4 группы, да, но их 6, видите, там вот. Там еще один, по-моему, с медведем какой-то. Что, снеговик-медведь? А, вот такой костюм, неплохой, да, вообще. Я думал, блин, как снеговик, а он вот такой беленький, классный. Хочу себе такой. А фон, ну, в принципе, фон как фон. Не скажу, что супер, костюм лучше. А, побежали искать. А, кстати, вот важное объявление, да. А скоро полная версия Шарарама будет доступна только через иконку на рабочем столе. А зайди в игру через иконку сейчас и получи 15 румбиков в подарок. А, в общем, я ее установил, но заходить сегодня не буду, уже поиграю в браузере. Потому что там немного размерчики другие, придется переделывать там в ролике. Короче, кто еще не установил, всем советую сделать, потому что флешплеер скоро капут. А, Шарарам наш любимый будет жить, в общем, да? А, так, Супер Биук достиг 5 уровня. А ты за это получаешь 500 смешинок. Спасибо тебе, дружище. А, достигай поскорее новых вершин. О, я сказал, сразу сделано. Вот уже новая вершина, 13 уровень. Спасибо. И смотрите, какая красота, да? И сразу Шарарам карту купил. Вот прям вообще благодарочка. 20 румбиков мне это принесло. Спасибо, спасибо, спасибо. Тут, кстати, у нас блогеры еще есть, да? Вот нужно там с ними потом будет пообщаться. Кто не знает, вот если вы регистрируетесь в Шарараме, ну, либо первый раз, либо там, если вдруг, дай бог, смешарика потеряли, то введите мой ник, вот, и потом, когда вы там достигнете всех этих вот вещей, как сейчас было показано, то вот мне это принесет небольшой бонус, но очень приятный. Еле нашел первого снеговика пирата, и все-таки он с медведем, вы видите? С настоящим таким медведем. Ну уж нет. А, хей, мы снеговики-пираты. Трепещите, смешарики, скоро Шарарам будет наш. Ну уж нет, я вас прогоню. Ага, ну хватит ли у тебя смелости? Еще как, хочешь проверить? Снеговика охраняет белый медведь. Отвлеки его медом. За медом, хорошо. А где мед у нас? И самое главное, сколько он времени будет собираться? А, вот он. 6 минут всего. Да не проблема. Тем более с Шарарам картой, скорее всего, 1 за 2, да? Будет как раз пока остальных пиратов прогоню. Так, а вот в Сити два брата-акробата. Этот снеговик слепил свою копию. Найди настоящего, а сравни снеговиков с картинкой слева и выбери того, у которого меньше отличий. Итак, смотрим на бандану. Бандана вроде бы... видите, у того, который правее, бровь немного так не на бандану выступает, да? Это уже одно отличие. Так, дальше, у того, который правее, зуба не хватает. Вот влево всего один зуб, у того вообще ни одного. Так, дальше, морковки, вроде как морковки. Ветки у нас, ветки. Ветки у правого тоже отличаются, да? Да. Так, вот эти вот пуговки на тельняшке, или на воротнике точнее. У правого отличается. Ноги. Ну, короче, у правого 4 отличия от картинки. То есть меньше отличий, естественно, у левого.
О, вот так вот. Хотя там, в принципе, одного отличия хватило бы, да, а не все искать. Ты остановил одного снеговика, найди остальных, запросто. А, так, снеговик-пират, вот он. Тут, правда, нам мешает, а чудик. Ого, не понял, 45 позитивной энергии, чтобы его прогнать. Чудик очень боится позитивной энергии. Направь на него энергию, и он бежит. Ладно, расщедрюсь, ха. То есть поменял 45 позитивной энергии на 15 смешинок. Если бы наоборот, я бы с удовольствием. Я бы сейчас купил бы себе там пару сотен тысяч позитивной энергии, а так вот. Ну, чего не сделаешь, а для того, чтобы Шарарам жил спокойной жизнью, да? А, чудики никого не обижали. Ого, здесь прячется не один, а сразу несколько снеговиков. Найди их. Так, вот один снеговик. Наводишь вот второй. За деревом третий. А где же они здесь прячутся? Вот такая же подстава, как вот было, не помню, вот недавно. Когда я не мог найти снеговиков. То есть вот их тут просто так невозможно найти. Вот получается наводишься когда куда-то мышкой. То вот тогда он появляется. Вот пятый. А вот шестой. Так. О, видите, вот и в сугробе седьмой. Нормально. А ты остановил одного снеговика. Найди остальных. Супер. Так. А, чуть не ушел с этой локации. Смотрите, где он загромоздился. Аж на крышу до почты. А, снеговик забрался на крышу. Скорее за ним. А, посчитай и напиши, сколько веревок нужно, чтобы добраться до снеговика. Итак, получается, а как считать, узелки или что, я не понял. А, не знаю, одна веревка, где узелок, да? Я не пойму, чуть-чуть. Надо подумать. А, нужно обратно идти. Так, и... А, раз... Ничего не понял. Я вот не совсем понимаю. Там, где узелок, нужно идти в другую сторону, да? Раз, получается, два. Три, нет, не то. Пипец. Или просто нужно сколько всего веревок посчитать. Так. Как это, я просто не помню немного условия. Сколько веревок нужно, чтобы добраться? То есть просто все... А, все их посчитать, то есть без узелков. Да меня эти узелки сбили с толку. Итак, вот... Одна веревка есть. Хорошо, нашел край. Дальше вот вторая веревка есть. Тоже нашел край. Так, дальше. Это третья веревка. Потом четвертая. Есть. Так. Пятая. По-моему, 5 всего. Вот я честно не знаю, не уверен. Да, видите, 5. Все-таки в конце я понял, что от меня хотят. Ты остановил еще одного. Осталось у нас, остался всего один снеговик, который там вот с медведем. Как раз, по идее, уже там мед должен был набраться. Какие-то зимние пчелы работают, потому что пчелы вообще ночью спят, да? А мед некому набирать. Интересно, засчитает мне или нет? Давайте посмотрим. Где, не помню, там в парке аттракционов, где он. Сейчас проверю. Точно. Да, ты остановил снеговиков в Шарараме, а теперь отправимся на их базу, на айсберге, а встречаемся в порту. Ну да, ведь, мне кажется, снеговики сами по себе б не действовали. Им вообще ничего не надо, не стоят себе на снегу там, да, когда их лепят, и ничего, никакой мир им не нужно захватывать. Это кто-то по-любому им управляет. А, подбери пароль, чтобы дверь открылась, а, прочитай и напиши слово по подсказке. Итак, начинается на М. Так, мо... Мор... Моро... З... Морозко. Пароль, ничего себе, пароль, да? Отлично, мы проникли на айсберг. А давай узнаем, что здесь происходит. Мне аж самому интересно, что здесь происходит. Итак, шеф, рассказывай. А взгляни на этот монитор, мне кажется, или на экране Джо. Ха-ха. Арх, нарушитель, уходи прочь с айсберга. Шарарам все равно будет наш. Джо Ворон, так это ты приказал снеговикам напасть?
Йо-хо-хо, мой корабль столкнулся с этим айсбергом и потонул, но снеговики спасли меня и сделали своим капитаном. И поэтому ты им теперь помогаешь? А тысяча морских огурцов, да, мы прогоним всех смешариков и будем жить в Шарараме как короли. Я тебя остановлю, вот увидишь. Что ж, попробуй. Экипажу, чужак на борту. Повторяю, чужак на борту. И попробую. Вот еще трое, да? А что такое знакомое? Может, было такое похожее? Или просто похожее? А, снеговики выглядят грозно, но на самом деле боятся друг друга. А кликай на стрелки и поставь снеговиков так, чтобы они испугались. А, зеленый боится красного, красный боится стоять справа, а синий не боится красного, но боится зеленого. Так, красный боится стоять справа. То есть, значит, он должен стоять справа, да? Красный, вот, должен стоять справа. А, так, зеленый боится красного, то есть вот он смотрит на красного. А синий не боится красного, но боится зеленого. Так, не понял. Синий не боится, так, зеленый боится красного. А красный боится стоять справа. Ну вот же он справа стоит. Синий не боится красного, но боится... А, все, синий смотрит. Так, а зеленый боится красного. Не пойму ничего. А, получается, вот у меня такой вариант только, а ну. Ха. То есть, получается, левый смотрел на красного через синего, короче, зеленый, да? А снеговики разбежались. Проход свободен, кликай на него. Я думал, они должны раньше сейчас, ну, вместе подряд стоять, чтобы бояться. Ну, ладно. Так, к Джо Ворону. А, в Шарарам. Ну, конечно же, к Джо Ворону. Нужно ему клюв надраить. Не понял. Мой совет, брось уже якорь. Хватит меня преследовать. И не пытайся добраться до капитанской рубки. Но почему, Джо? Ты был другом смешариков. Я взял курс на новых друзей снеговиков, а Шарарам станет для них новым домом. Новым домом? А что случилось со старым? А, ты мне зубы не заговаривай. Полундра, всем крутить Нактоуса, чужаки на борту. Ох, теперь я обязательно до тебя доберусь, чтобы все разузнать. Опять что ли, не понял? А, так, приготовь мороженое. Эти снеговики злее, чем раньше, задобри их мороженым. Не дай мороженому дойти до конца конвейера. Прицелься и стреляй шариком, кликая мышкой. Составляй линии из трех шариков одного цвета. Не понял, как, что-то не пойму я. А, все, понял, прикольно. Ой, только нужно целиться хорошо. А зачем желтый? Можно его вообще выкидывать? Да, вот так, типа, чтоб. Вот и все. Прикольно. Я не помню, было когда-то такое или нет что-то. Наверное, было, может быть. Ну, прикольно, в общем. Оп. Отлично. Вот так. Это выкинуть. Это выкинуть. Вообще легко, да? Так, следующий уровень. Коричневый. Фиолетовый. Красный. Ого. Желтый, зеленый. Синий. Желтый, зеленый. Желтый. Синий, желтый, нельзя заходить никуда туда. Ой, что-то я потерял мышку. А, зеленый, коричневый. А, сейчас, короче, будет хана. О, все, прошел. Кто не понял, как, посмотрите на паузе. Так. А, вообще, слушайте, легкий какой-то уровень получился. Ну, пока еще, конечно, не получился, но я думаю, получится как-то чересчур, да? Легенький. Так, это последний, по идее, нет? А, стоп, я что, проиграл этот уровень все-таки? Может, я его, правда, проиграл? А я думал, я его выиграл. Капец, так нечестно.
Вот дотянул, называется, до последнего. Да, стреляй же, что ж такое? А, вот здесь, да, я не попал, наверное. Есть, снеговики объелись мороженого и освободили нам путь. Вперед к Дживорну. Хотя нет, походу 5 прошел все-таки. Ну, как-то непонятно, в общем. Получилось. О, Генри сугроб. Ага. Остановись, смешарик. Что бы ты ни делал, Шарарамс будет наш. Остановись, смешарик, что бы ты ни делал, Шарарам будет. Зачем вы говорите одно и то же? Нет, нет, Дживорн говорит то, что всерьез думает об всех вас. Нет, Дживорн говорит то, что всерьез думает. Ага, я понял, ты снеговик заколдовал Джо и управляешь им. Догадливы, мы снеговики заколдовали Дживорна и с остальными смешариками также поступим. Также поступим. Как бы не так, и я вас остановлю, и Дживорна спасу. А, пс, агенты в штабе определили музыку, которая остановит снеговика. Включи рок-музыку, и снеговик развалится на части. И дослушаем. Явно не рок. Похоже, чуть-чуть. Нет. Не то. Второй вариант. Ту-дун-ду-дун, рок. Ого, снеговик развалился. Давай слепим его заново, но сделаем добрым. Ух ты. Мне бы хоть что-нибудь бы с чего-нибудь снеговика слепить. А то снега нет на улице. А слепит туловище снеговика. Собери все части картинки. Итак, ну это в принципе несложно, да? Как их перетаскивать? Это скорее всего... Не-не-не, куда ты? Вот так как-то, да? Точно. Вот его фейс улыбающийся, добрый. Это вот сюда. Так, ветка. Рука. Оп, есть. Как из охотников за привидениями. Это вот снеговик большой. Тот тоже вечно добрый ходит. Только всех пугает. О! Думаю, это сделает снеговика добрее. Продолжай в том же духе. Так, кепель. А, подберем снеговику новую шляпу вместо пиратской. Найди шляпу для снеговика там, где много одежды. Ну, догадайтесь, да, где много одежды. Так. А, сверься с рисунком слева и выбери морковку, которая сделает снеговика добрым. И так. Походу у меня вариант последний только. По-моему, да? Думаю, это сделает его добрее. Продолжай. Так, ну и осталось только вот теперь шляпу подобрать. А где много одежды у нас? Дом мод, смешмах и детский сад. Ну, наверное, в доме мод, да? Скорее всего. Сейчас проверю. Или в смешмахе. Так. Стефан, признавайся. Я модельер. А у меня много коллекций с необычными нарядами. Кликай на стрелочку и выбирай. Понятно, не то. Хотя, блин, тут, конечно, много всего интересного, что у меня нет. Ладно. Здесь нет. Нет, нет, нет. Значит, смешмаги, да? Ну, как бы, я так и думал. Либо здесь, либо там. И там много одежды. Ну, согласитесь, да? А, так, где здесь? Шляпа, шляпа, шляпа. А, вот она спряталась. Есть. Идем, возвращаемся в рубку. Есть, мы собрали доброго снеговика. Поговори с ним и попроси снять заклятие с Дживорна. Ну что? Какие вы все красивые, милые, невероятные. Да, кажется, мы сделали его даже слишком добрым. А снеговик, скажи, зачем вы заколдовали Дживорна и напали на Шарарам? Много лет назад мы жили в Арктике, а потом наш айсберг откололся и плыл в океан. И что же дальше? Мы не могли найти себе дом и обозлились на весь мир, а потом нам встретился Дживорн, и вы взяли его в плен. А потом мы околдовали капитана Джо, чтобы он вывел нас к суше и нашел для нас новый дом. Может, расколдуете его наконец? А вот ваш Джо. Ох, а мы дальше пойдем дрейфовать в океане в поисках нового дома. А, бррр, тысяча морских кротов. Я отвезу вас обратно в Арктику. Сразу бы и попросили. Дживорн, ты крутой. А, Шарарам спасен. А мы отправляемся домой в Арктику. Спасибо. Костюм снеговик. Выбираю.
можно получить второй подарок, участвуя в приключениях. Опять, в общем, бежим к шефу, да? Йо-хо-хо. И бутылка рома. Так, ну еще у нас тут одно было задание. По-моему, где оно у нас? Нет, не здесь. А, ну, в принципе, можно так вот. Знакомься, блогеры. В принципе, ничего такого особенного. Там просто нужно его выполнить. Вот. А хочешь, предскажу будущее? Кликай на кнопку и узнаешь, какой видос может принести тебе 1 000 000 просмотров в 2021 году. А узнать будущее тебе может принести известность обзор на джинсы без дырок. Прикол. Это явно не про меня. То есть можно подходить там каждые 25 минут или сколько-то времени и узнавать новые предсказания, да? Ну, в принципе, предсказания вообще ни о чем. Так, чисто пальцем в небо. Но да все-таки. А, и Соня Лейсик. А, блогеры всегда на стиле. А ты? Я вот подобрала пару вещичек. Примерь. Вот такие прикольные вещи. Можно купить, в принципе, да? А для мальчика все, кроме одной вещи. За румбики, для девочек 50-50. Две за смешинки, две за румики. Итак, допустим, прическа зябра-ежик. Ну, прическа прикольная такая. Зябра-ежик. Ну, не знаю. У меня причесок хватает. А, термокружка. Вот прикольная штука. Я сколько не покупал себе, вот, блин, денег не покупал. Вечно она то ли там протекает, то ли плохо держит тепло, то ли еще чего-то. Короче, неудачно у меня складывается все с термокружками. А дальше, клубный свитшот. Ну, свитшот, я не знаю, мне как-то не очень нравится. Вот, гироскутер Олимпус. А у меня ничего такого нет похожего. Что-то мне как-то подозрительно. Вроде бы у меня где-то есть, надо поискать. Не покупать же сейчас вот. Ну, а для девочек, кстати, кроссовки вообще классные такие. Я бы все такие прикупил, в принципе. Были бы они немного потемнее цветом, хотя бы бордовым. Ну, платье, очарование я точно себе не купил бы. А вот очки классные. Очки Нова. Ну, кстати, очки можно купить. Мне кажется, они, как это говорят, унисекс. Типа, для мальчика или девочек подойдут, да? Короче, возьму очки. Очки — это моя слабость в шарарами. Ну и прическа красота. Красота, одним словом, что сказать. Да. Ну и, в принципе, можно еще набрать подписчиков и получить приз. Я вот уже раз там участвовал. Ну, в принципе, можно получить фон, да? Мы топ-блогеры, я Дима Снэп, а я Соня Лейсик. Хочешь, научим привлекать подписчиков? Собирай подписчиков, набери баллы за несколько раз. Ну и, в общем, получи фон, да? Все это, как обычно, вот, получается, было такое уже. Вот, видите, плюс один подписчик, плюс три, минус, заморозка, удвоение, увеличение, время. Ну и фиолетовые. То есть фиолетовые, оранжевые брать не надо, а желтые, зеленые надо. Итак, желтый, желтый. Так, что плюс большие значки. Но дело в том, что толку от больших значков, если положительных не было. Так, пауза. А зачем пауза, если вот опять же ничего хорошего не было? О, лайк, лайк. Плюс время, наверное, лайк. Оп. О, двойные значки и лайки взял. Ой, хорошо. Время. Ай, блин, как же я промахнулся. Отлично. Оп. Отлично. Ой, класс, пауза, и как раз все. Все положительное. Тихо, блин, паузу не взял. А, короче, смотрите, 107 баллов, то есть даже лучше, чем в прошлый раз. Ну вот как бы так, за несколько раз можно это все дело набрать. Ну, не будет, если мне лень, то сделаю. Вот как бы все обновление, которое было во вторник, поэтому я его не записывал. В принципе, ничего такого. Ну, а сегодня нормальный квест, в принципе. По-моему, со снеговиками что-то похожее уже было. Причем даже не так давно. Ну, я так как-то... С памятью у меня на такие вещи что-то в последнее время плоховато.
Я думаю, вы мне подскажете. Ну, собственно, друзья, вот, наверное, и все на этом. Я буду закругляться сегодня. И так времени раньше не было сделать обзор. Выйдет попозже. Поэтому до новых встреч. Не забывайте поддерживать это видео своим лайком. Комментируйте, давайте свои советы. Ну и оставайтесь с нами. А также не забывайте, что нужно скачать иконку, вот, чтобы в будущем вы могли играть в Шарарам. Все, пока-пока. Удачи!